Столкновение курдов с полицией в Джизре на юго-востоке Турции. Они произошли в ходе протестов в целом ряде городов по случаю 15-й годовщины со дня ареста лидера курдской рабочей партии Абдулы Аджалана. В демонстрациях приняли участие тысячи человек. Они требовали немедленно освободить своего лидера. Радикальные манифестанты бросали в стражи порядка бутылки с зажигательной смесью и камни. Полиция использовала водометы. 15 февраля 1999 года Аджалан был похищен спецслужбами в Кении и помещен в турецкую тюрьму на острове Имралы в Мраморном море. Он был приговорен к смертной казни, которая позднее под давлением мирового сообщества была заменена на пожизненное заключение. Курдская рабочая партия считается в Турции, США и ЕС террористической организацией.